вакцина, я уже к ней готова, я рекомендую все-таки подумать о будущем, вдуматься и принять решение. Поэтому я призываю, я сама иду сделать вакцину. И я хочу, чтобы все поняли важность. Но, честно говоря, мы с супругом очень долго думали, стоит ли вакцинироваться или нет. И в первую очередь сделали это для семьи. Потому что нам кажется, что как молодые члены своей семьи, мы несем ответственность за здоровье своих старших. И если они, допустим, могут иметь какие-то противопоказания или риски, то мы, в свою очередь, как бы более устойчивы, да, как бы в своем иммунитете, да, и можем позволить себе поставить вакцину и сохранить таким образом здоровье своих близких.